Отечественной войны, труженики тыла, вдовы, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На площади районы... На площадь вступает коллектив НКДУ «Баклынефть». Сегодня коллектив НКДУ «Баклынефть» под руководством Рустема Халитовича Сенцараева продолжает главную трудовую традицию коллектива. Вам есть все основания для того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Залогом этого является высокий профессионализм руководителей, инженерно-технических работников и специалистов. Приветствуем малую нефтяную компанию закрытого акционерного общества «Алойл». Генеральный директор закрытого акционерного общества «Алойл» Рим Багилович Вадим. Основным видом деятельности компании является разработка и геологическое изучение традиционного российского нефтяного месторождения. Сохранение темпа уровня добычи нефти является одной из основных задач. Во многом достижения компании предопределены слаженной работой высококвалифицированных специалистов. С 1 мая, друзья! Газовая служба занимается поставкой газа и техническим обслуживанием населения, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных объектов города и района. Баклынская газовая служба обслуживает 16 тысяч газифицированных квартир и домов. На площади с ограниченной ответственностью Баклынского управления технологического транспорта, одно из крупнейших транспортных предприятий города Юго-Востока Республики Татарстан. Это коллектив профессионалов, работающих в сфере транспортных услуг более 60 лет под руководством начальника УПТ Марата Мансуровича Шахмутинова. Сейчас коллектив ООО «Татнефть-Кабель». Предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. Специализируется на производстве регулированных проводов и кабельных непогрузных электроустановок. По площади шествует коллектив Баклынского филиала «Татнефть АЗС-центр». От скважины до бездомака. Таков девиз этого коллектива. На сегодняшний день количество эксплуатируемых объектов составляет 38 автозаправочных станций. Праздником весны и труда вас поздравляет коллектив Баклынского узла электрической связи, который оказывает услуги по предоставлению интернета, кабельного, цифрового телевидения, телефонии, по оптико-волоконному кабелю, сотовой связи. Руководитель Баклынского РУЭС Шапранский Игорь Зинович. На площади муниципальное районное предприятие Баклынского муниципального района «Водоканал». На предприятии трудится 100 человек. Директор предприятия Гимаев Айнур Азамович. Предприятие является единственным источником услуг по снабжению водоотведения для населения и предприятий города. Встречайте, муниципальное казенное предприятие города Баулы, управление по благоустройству и озеленению. Предприятие руководит Афонов Равиль Рикатович. В настоящее время на предприятии работает 75 человек. С майскими праздниками вас поздравляем. Общество с ограниченной ответственностью – единый расчетный центр «ТАНЭНЕРГОСБЫТ». Расчетный центр образован в 2017 году. Молодой коллектив поздравляет вас 1 мая. Приветствую коллектив Центральной районной больницы. На страже здоровья населения района стоят 57 врачей и 266 средних медицинских работников. Центральная районная больница работает в 8 заслуженных врачей Республики Татарстан. С пожеланием благополучия мира добра на площади управления Пенсионного фонда. Пенсионный фонд Российской Федерации – одна из наиболее значимых социальных институтов страны. Это крупнейшая федеральная система, которая государственных услуг в области социального обеспечения. Приветствуем отдел социальной защиты населения. Приходите к нам через 6 социальных учреждений. Основная задача
участвуют представители системы образования. Она представлена 40 образовательными учреждениями образования, реализующими общеобразовательные и профессиональные программы. И включает в себя 20 основных образовательных школы, 19 дошкольных образовательных учреждений для организации дополнительного образования и детей. Великолепные дети школы номер один приветствуют и поздравляют всех с праздником мира и труда. На площадь вступает средняя общеобразовательная школа номер два. Поздравляем всех с праздником. Вас приветствует средняя общеобразовательная школа номер три. Муниципальная федеральная общеобразовательная учреждение гимназия номер четыре. На площади учреждения дополнительного образования школьные учебные семена, которые осуществляют профессиональную подготовку учащихся образовательных школ города Павлы. Все жители гостей города с 1 мая поздравляют систему дошкольного образования, которая в районе предоставленного постановления различной системы дошкольных образовательных учреждений. Дорогие друзья, вас приветствует Павлинский аграрный колледж. Это курс и других сфер трудовой деятельности. За годы существования колледж выпустил более 20 тысяч специалистов. Учебными курсами можно учреждение составляет более 800 человек. На площадь вступает детская школа искусств. Единственное образовательное учреждение культуры. Выполняет важную функцию музыкального, художественного, нравственного, эстетического обучения и воспитания детей. Возглавляет коллектив Тагирова Зульфия Басановна. Приветствую коллектив центральной библиотеки нашего города. На площади краеведческий музей. Музей основан в 1986 году. Ежегодно музей посещает более 10 тысяч человек. Детско-юношеская спортивная школа номер один основана в 1970 году. Спортивная школа номер один функционирует 6 отделений. Бокс, баскетбол, лыжи, легкая атлетика, шахматы, пауэрлифтинг. Занимается 547 человек. Тренерский состав 12 человек. Комплексная спортивная школа номер 3. Спортивная школа обучается 285 детей. Владельцы хоккея, фигурного катания, настольного тренинга, учебные тренировки с детьми проводят 8 тренировок и спортивных. Мы приветствуем отдел по делам молодежи и муниципального района. Детей молодежи и полиции района функционируют два учреждения. Многопрофильный лагерь исследования «Шерпенерная» и автономная детская правительственная учреждения «Ласточка». Еще раз всех с праздником! Мы желаем в этот теплый майский день всем успеха! На избранном помощи, достойной зарплаты, нормальных деловых отношений в коллективе, семейного благополучия и всех земных благ, чтобы даже в самые сложные дни жизни вы видели, как прекрасен этот мир! Дорогие друзья, наша